Всем привет, друзья! Сегодня что-то мне захотелось сделать чебуреки. Чебуреки для мужчин. Потом расскажу, почему для мужчин. Для этого нам нужно полкило фарша, тонкий лаваш, яйцо, лук, чеснок, приправа, растительное масло, вода, салфетки. Берем приправу для мяса, какая у вас есть. Перец горошком лучше молоть. Берем дощечку, берем нож, у кого какой есть, без разницы. Я люблю чеснок. Лучок пошел. Отлично. Так, масло нагрелось. Все, в принципе, готово. Лучше не дожарить, чем пережарить. Все, мешаем. Так. Руки омыл. Сегодня утром, да, шутка. Так. Фарш готов. Яйцо. Это мы будем скреплять яйцом. Сейчас увидите все сами. Будет у нас вместо клея. Все готово. Фарш, лаваш, ложка. Одну ложку, в принципе, ложим и мелко размазываем, нежно. Даже много, наверное, положим. Хоп. Края мы смазываем, чтобы они у нас более-менее залепились. Плотно прижимаем, чтобы сок у нас впоследствии не вытек. Все, готово. 6 штук из пачки. Вложим салфетки, чтобы лишнее масло впитывалось в них. В раскаленное масло кладем 2 чебурека. Так, хорошо положили. И ждем 2 минуты. Переворачиваем. Аккуратненько. Не обжигаем себе пальцы. Хорошо. Ждем еще 2 минуты. Все, достаем. 1. Другой. И повторяем процесс. Накрываем салфеточкой, чтобы тоже впитывалось сверху. И все по кругу. 2 раза еще. И итого у нас из полкило фарша получилось 6 чебуреков. Еще немножко фарша осталось. Ах да, совсем забыл, почему чебуреки называются мужскими. Потому что их может сделать любой мужчина из покупных лавашей. Ох, какие сочные. Сок там внутри. Что там? Ой, как вкусно получилось. Да, удалось. Будьте здоровы. С вами был, как всегда, Алексей. Ставим лайки, подписываемся. Пока, приятного аппетита.